Кстати, мои дорогие, у меня есть клип в интернете, называется «Клип на раздевание буфляр». Кто, если не я, как бы, кто, если не я, уже можно не подписывать, это просто уже сама тема. Клип на раздевание буфляр, и сразу появится. Так вот, уже прошел год, теперь у меня есть iPhone, и я хотел бы по памяти своими словами спеть этот клип на iPhone и выложить в интернет по-свежему. Все, сейчас начну. Кто, если не я, будет твоим доктором? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я, даст тебе таблеточку жизни бытия? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я, будет гладить девочку? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я, сможет тебя вылечить? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я, будет твоим доктором? Кто, если не я? Кто, если не я? Кто, если не я, будет антивирусом только для тебя? Только для тебя. Кто, если не я? Кто, если не я? Вот такая песня называется «Кто, если не я?». Я, конечно, сейчас пел так по памяти, попутал там где-то, может, какие-то слова, куплеты, но, в принципе, как-то так вот в интернете теперь будет еще такая копия, пародия на копию своего же клипа. Так и подпишу: пародия на свой клип, точно. «Кто, если не я?». Будьте счастливы, мира вам, добра, любви. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас уже где-то 9:00, и я буду видеть закат, уже не который уходит за дом из моего балкона, который садится за лес на реке Припять. Шикарнейший закат на iPhone 10. Я еще, может, буду петь. Подпишитесь на мой канал. Я очень вас прошу. Мне нужна ваша подписка. Пока-пока. Будьте счастливы.